Так душно здесь помещение, это просто пиздец. Спасибо большое за подарочку. Ты мне одну звездочку сделал, как мило. Спасибо. Ну, значит, просто... Ты что-то сказала, то, что мне не понравилось, у меня просто было плохое настроение. Ну, чтобы я в тебя в ЧС прям кинула, это надо было, наверное, написать, я не знаю, такую хрень какую-то. Что я прям не знаю даже. У меня, кстати, нету уже теневого пана, там меня же блокали. Нет. Шикарно. Да. Прошлое нужно уметь отпускать. Нужно уметь прощать, кстати. Не, ну я, конечно, вообще какая-то бледнёвая сегодня. Нет, он не в бане, нет, там в другом дело. Если хочешь, я тебе могу в личку сказать, потому что здесь говорить в таком не следует. В личку могу тебе написать, рассказать ему. Если тебе интересно. Тот у меня аккаунт не в бане, просто так надо. Пишись тогда. Ой, какой, вот какой умный человек просто. Вот вы видите, какую свою ум показывает. Совесть Ана. Что бы умного написал? Лучше бы комплимент девушке делал, чем всякие гадости писать. Мне надо подписку еще на Алису купить. Продлить, точнее. А в чем состоит твой комплимент? В том, что я девушка, и ты говоришь, что я корит в мужском обличии, типа, ну, в чем комплимент? Сухарик, да, ты понимаешь? В общем, не будем усолить эту тему. Если бы мне было не скучно на работе, я бы тут с вами не сидела. Здравствуйте. А что есть из бандажной? Он сидит такой, молодец, дышать которым нельзя, есть нельзя. Ну, такое не облегающее белье вы имеете? Да, мне нужны плавки, которые так мне не тянут, что мне как будто у меня и стали. Новогодние, да? Это прям, да, прям, да. Сейчас, наверное, сбегаю, если вы лучше не найду. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Ну так и вот. С
смысле, я не совсем понимаю, типа, я не беру, к примеру, Бига. Это мы о чем говорили, я уже забыла. Девушка зашла, и я все забыла. Почему, о чем мы говорили? Твои брови очень красиво. Thank you. Я, на самом деле, как попала сегодня, накрасилась, вообще, вот эти брови, типа, там, уже губы, типа, накрасила. Чего красивого? А вот когда ты, блядь, вырисовываешь, тут сидишь, там, стрелочки, там, бровки красиво укладываешь, губки красиво красишь, никто не замечает. А когда вот ты быстренько, там, на работу собрался, когда болеешь, чтобы, там, типа, ну, совсем плохо не выглядеть, и вот говорят, ты красиво там выглядишь, вот это все. Вот ужас какой. Где справедливость? Если не брать Бига. Ну, типа, чем я занимаюсь, если я не буду сидеть в Бига или как? Я не пойму твоего вопроса. Сформулируй его правильно. Типа, что? Ну, на работе скучно, если вот так вот просто сидеть. Ну, конечно, скучно будет. От 11 у нас будет фотоотчет. Тогда скучно не будет. Почему? Потому что нужно будет весь магазин нахрен перевешивать. Все манекены нахрен переодевать, все это фотографировать. Это пиздец. Да, каждый месяц. С одной стороны и хочется, с другой стороны и нет. Потому что это пиздец головняка, но время зато проходит намного быстрее. Но опять же, хозяин. Мне особо не хочется этим заниматься. Лень. Нет, это не лень. На самом деле, наоборот, хочется здесь что-то делать. В том плане, что много головняка. Ну, конечно, сама. Что много головняка, что это нужно смотреть по фотографии, вот это все выбирать. Если вот с первого раза, типа, им все понравится, когда ты фотографируешь, все поменяешь, то окей, хорошо. Но у них бывает такое, что они говорят, что, блядь, все не то, давайте заново. Вот это вообще головня. Какая обувь? У меня нет обуви тут. Ты красивая, но в отношениях я бы тебя не слушался. Ты как понять? В отношениях кто-то кого-то слушается? Сейчас зайдут ко мне, наверное. Или нет?